Всем привет! С вами Ульдексус Ультра, и сегодня мы будем играть в Wildcraft обновление. В этом обновлении добавилось вот это вот, как вы уже заметили, джунглей добавился. Так. Да уж, ребят, тут происходит все нечто прям. Убиваем! Убиваем дурака! Давай-давай, вали его! Все убили. Все, завалили. Так, ребят, если что, ДР это в друзья. Все, теперь а он мой друг. Ребят, я из-за этих гигантов чуть не наложил в штаны, блин. Кто это? Это что? Слоны? Wildcraft? Трындец. Ребят, вы хоть понимаете, Wildcraft теперь улучшенный совсем. А, что творится? Лягу лучше. Ай! О! Что это еще за хрень? Убивай лучше его. Но меня не трогай. Пойти в дом. Да, ребят, тут есть свои дома. Их можно купить. Но вряд ли вы сможете это. Потому что все очень дорого. В смысле, в их логово замок? Вот замок самая дорогая вещь, ребят. Здесь есть кристаллы такие, которые можно покупать. Их. Алан. Вы гость Алан. Я напишу вот такой смайлик. Все. Да блин. Ребят.
Уже не знаю, что ответить. Кстати, ребят, я когда-то играл в Wildcraft, но потом удалил его, потому что не хватало памяти. Сейчас вылетит, по-моему, у него из-за рекламы. Такое бывает, ребят. Вот так он Steam. Да, уж, ребят. Кстати, ребят, если вы не поняли, что я... У меня первый уровень класса. Ну, ясно. Кстати, ребят, если вы не поняли, что я сейчас пью, это... Да, ребят, здесь многие... матеряться, так что не обращайте на это внимание, и все. Короче, ребят, если вы не поняли, что я пью, это ромашка. Я на охоту. Ок. Кстати, ребят, советую вам посетить канал Nexus GD. Там мастер по Geometry Dash. И он... просто чумовой. Он реально пройти все, что угодно может. Без проблем. Но когда все изменилось в один день, я видел, как он проходил катаклизм, и он там умер. Кстати, ребят, советую вам послушать и посмотреть клип с Эчпочмаками в зубах. Это классный клип. Ну, еще я сделал реакцию на это, как бы. Можете посмотреть. Да уж. Кстати, ребят, позвольте, я сейчас прополоскаю себе горло. Спасибо. Просто это важно. У меня просто кашель до предела. Ну, сопли еще. О, он что-то мне печатает. Или она... Не знаю, короче. Так, я его дал совет посмотреть канал Nexus GD.
Так. Да, ребят, есть такой ютубер, можете тоже посмотреть. Да, ребят. Так, ребят, не обращайте внимания на то, что было. Кружок. Так. Да, ребят, кстати, это не просто мое видео, это стрим. Да? Да? Не? За что? Да не за что. О, его там кто-то колотит. А где? Да блин, то туда, то сюда. Здорово. А, валим, валим, валим на гелике. Ой, вода. Ребят, вы это только что видели? Я в воде был. Мне кажется, за нами гонится пацан. Валим, валим, валим. На гелике. Валим, валим, валим на гелике. А! Пошел вон отсюда! Хоп! Все, заморозил! Ай, блин! На тебе! Это кого там? Слышь, пошли вон отсюда! Заморозка! Так, ребят, нам точно трындец. А. Валим! Алла, нет! Алла, только не он. Почему я мой друг, именно который я знаком? Час. Ай, ай, ай! Господи, ребят, это невозможно. Ай! Они меня чуть не убили. Пошли вон, пошли в сраку. Пошли в сраку отсюда, уроды. Есть! Ребят, нет! Пошел вон от меня! Нет! 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 Тащить это все. Ой! Не подсыпешки. Да, ребят, у меня есть дом там. Как вы уже заметили. Себя дома. Кстати, ребят. Ой. Да, ребят, тут бывает так, что просто пишешь неправильно. Короче, неважно, погнали. Вот так-то пэтнуться можно. С эчпачмаками в зубах, с ярким пакетом в руках, пацану ее руду кулаками разобил. Ребят, хотите просто что-то закрылся. Этот клип совсем понравился.
Его от тебаку. Ну все, сейчас он будет миллион раз подыхать. Алан. Его что, забанили? Да, походу его забанили. А, нет, не забанили. Да, ребят, в этой игре можно банить. Но если вы забаните, то вас забанят, как ни странно. Если вы будете там писать что-то плохое в чат. Меня только один раз банили. Не на камеру. Потому что у меня не было еще своего канала. Я с такого дома начинаю. Офигеть. А, точно. Я с такого... А. Ребята, это же не ругание. Начинал. Он не знает, что такое Geometry Dash. Странно. Гона босса. Драгоценную руду кулаками разобью. Так, ребят. Ребят, тут не хватает бузона Deadlocked. Вообще бы классно было. А то чё слушать, как птицы трещат, блин. А где, кстати, босс? Ага, по тропинке. Налево. Так, это значит куда-то вот туда. А, да. Он покинул игру, ребят. Ничего. У него, походу, произошел вылет. Да, ребят, тут бывают вылеты. Значит, в любую минуту может со мной вылет произойти. Но это будет потом. Ребят, маленько мало прошло времени, а уже 19 минут у меня длится видео. Офигенно. Знаете? А, Рект? Вроде такой нормальный парень. Так, ребят, взглянем на карту. Значит, туда бежать. О, ребят, походу мне придется обрезать видео. Ждите, пока я прибуду там. Фух, ребят, это было очень долго. И я уже добежал. Ноль. Ноль босса. Ах, что, он там, он там. Тигр там. Бежим.
Валим, валим, валим на гелике. Пятьдесят тысяч хп. Ну, ребят. Если я, кажется, сейчас к нему подойду, мне трындец. Господи, 50 тысяч хп! Вылет! Ну, ясно. Если что, я возле босса. Да, ребят, если что, если у вас есть такая игра, Wildcraft, если что, у меня еще Омега Гастроник, то вы постарайтесь найти меня и пообщаться со мной. Я как бы выкладываю крутые ролики. Кстати, ребят, я тут подумал и решил сделать ролик наполовину с играми. Первая игра — это та, которую я сейчас играю. И Geometry Dash взлом версия. Как вам такое, а? Geometry Dash взлом версия. Я там получил все, что захотел. Там еще и все сундуки открыты, прикиньте. Все. И я просто получаю тупые эти ключи. Когда просто 1% прохожу, это нормально. И плюс миллиард там или триллиард монеток за 1%. Вот такое вот. О, кстати, Алан уже. Здорово. Ну, ребят, он полюбасу умрет. Здорово, ку-ку. Ну ладно, все, погнали. Все, выдвигаемся. А! Кто-то дал мне 1044 опыта. Стоп, а как он его убьет, если... Ого, согласен. Говорил же, он подохнет. Ребят, вы только посмотрите на его ник. 50 тысяч хп и 170 уровень. О, он зовет меня на свой сервер. Да, все, ребят, он сейчас будет ждать меня на своем сервере. Если я вообще смогу к нему подключиться. А то бывает такое, что просто и не могу его к нему. И не могу к своим друзьям подключиться. Кстати, тут менюшка поменялась. Прикольно. Так, ребят, походу он уже создал свой сервер. Выходим. Можете играть за любого члена, ясно. О, как же я такую рекламу давно не видел. Миллион лет, блин. Так, идет подключение к серваку. Так, друзья. Вот, ребят, вот мои друзья. Здесь очень много их. У меня друзей... 22 друга у меня. Присоединиться. Можно создать резервную копию персонажа, воспользовавшись кнопкой «Аккаунт» в главном меню. Спасибо за инфо.
А где Алан? Простите. Алан? Где Алан? Ребят, проблема. Алана нету. Какой у него там ник? Да блин. Q T S. Уже нечего сказать. Какой канал? Что за хрень? Надо А кстати, надо сундук открыть. Ага. Получить подарок. О, один кристалл. Спасибо. Кстати, ребята, эликсир — это полезная штука. Здесь можно прокачивать вашего персонажа. Каким? Так, где тут у нас вирус? Он попросил. Понял. Так, а где? Вот. QTS. Да блин, точно. Ребят, посмотрите на ник 63 уровня. Шашлик. О! Вот так в другое тело. Будешь парой. Что, он девушка, что ли? Так, ребят, я понял, что... Кто? Я? Нет. Он. Спон. Где ты вообще? Вирус 8 бит. Вирус! Я его сфотал. Не он, не он, а не он, новые коты какие-то. Ребят, я только сейчас заметил. Не он, а вы коты. А! Добил я. Неоновые коты.
Сколько у него до? Вот. Так, он вошел в свое логово. Пещера! Ой, ребят, вы просто не знаете, какой это топовый дом. Кстати, когда я покупал такой дом, это было в моем старом Вилдкрафте. Лайкос. Лайкос, пацан. Ой, я быстрее, чем он. Так, где он? Где он? А, ты там. Да. Кстати, ребят, знаете, что тут есть баги? О, вот самая королевская. Топовый дом. Просто топ. Неонка. Кэт. Я знаю, что легендарки. Вот, вот он. Тут можно бесконечно просто бегать. Офигенно, короче. Так. Ну, в принципе, классный дом. Лайк дома. Кстати, ребят, если вам тоже нравится такой дом, жмите лайк. Или подпишитесь. Нет, ребят, я не заканчиваю. Ребят, стрим уже полчаса идет. Господи, это рекорд. Да, я делал свой первый стрим, и он тоже полчаса шел. Но я сегодня хочу час записать. Так, какие тут книжки? Какие книжки, дурак! Тимур покинул логово. Ну ладно, покинул логово Тимура. Вы что за игроки такие? Ой, господи. Ты знаешь, сколько мне лет? Нет. 8. Триггерит. Блин. Блин, чайный листик попал. Я ненавижу чайные листики. Ха-ха. Господи. Куда ж вы бежите, дураки? Кто знает игру Geometry Dash?
Все, я написал. Кто знает игру Geometry Dash? Знает. Милана приглашает. Ну, естественно. Не я. Да, блин. Почему вы не знаете, что такое Geometry Dash? Это как свою мать не узнать. Господи. Ну, вот как можно не узнать Geometry Dash? Это же... Кстати, ребят, если что, я только в злом версии играю. Это классные версии. Люблю их. Обязательно поиграй. Он не понял и просто тупо не ответил. Или ответил? Нет, не ответил. Ясно. Господи. О, Милана пошла смотреть баг, кстати. Да, ребят, там есть баги такие. Я тоже хочу посмотреть баг. Если там баг не будет работать, то будет грустно. Так, ребята. Значит, мы такие идем. Идем и идем. А затем... Вот, ребят, на таком месте есть вода какая-то. Но пока что ее нету. Неужели разработчики этот баг исправили? Обидно. Обидно, обидно. Бага нету. Да уж, ребят. Да можете проверять, там бага нету. Ты что, дурачок? Там бага нет. Дэд пердэд. Ладно, ребят. Стрим уже длится 38 минут. Кстати, пригласи меня в клан. Что, крейзи? Не туда! Не слышишь, что я написал, пригласи меня в клан, а ты мне ничего не отвечаешь. Чё, нечего ответить, да? Можешь сказать и нет, и да? А как же так? Что случилось? Кстати, добро пожаловать на тройной, как бы. Я буду играть в Geometry Dash, вот эту игру. И реакцию на... С эчпочмаками в зубах, как бы. Так. Всё, блин.
Не. Фу, мистик. Кстати, ребят, тут есть такое логово, сейчас покажу. Здесь есть такое логово, подводный мир. Я хочу зайти в него. Так, выходим! Я хочу в подводный. Так, ребят, где у него там? А у кого подводный мир? Простите. Да блин! Так, подводный мир... Тайлакс. Ясно, Тайлакс. Тайлакс, вот. Ребят, если честно, я мечтала о подводном мире. Та-да! Красота! Покидывай игру? Ну и покидай. Вау. Ребят, согласитесь, красиво. Мистик на лошади. Вау, ребят. Красотища. Вы что, крэзи? Лайкос. Вы уже лайкнули. В смысле лайкнули? Я это еще не лайкал. В смысле? Тайлакс, ты дебил. Покинул логово. В смысле? Да уж. Всем пока. Вы не в видео. Всем пока, вы не в видео. Все, всем до свидос. Все, ребят, пора играть в Geometry Dash. Так, ребят, Geometry Dash у меня вот тут. Да, ребят, у меня все взломанные версии. И это правда. Хотите, я вам докажу. Смотрите. Та-да! Нет, ребят, я не проходил Geometry Dash полностью. Просто тупо играл. Смотрите. 3 секретных монет на Back on Track. И вот! Я разве столько могу накопить? Эх, ладно. Блин. Ладно. Давайте начнем с Control Goal. Самого проклятого уровня, блин. Я ненавижу этот уровень. Этот уровень врывается в наш мир. Вы должны это остановить. Да, уж, ребят. Опа, опа! Ай, блин! Да, ребят, у меня еще вариант смерти крутой, вот, взрыв. Мне он тоже нравится очень. Еще и спайдермен крутой. Черный скин. Если честно, я даже люблю уровень Deadlocked, но не могу его разблокировать. Да, ребят, здесь есть шаговая новость. Клабстеп заблокирован. Ну ничего. Так, ребят, проходим. Я ведь Nexus номер 2. Почти. Блин! Но зато Алан посетит канал Nexus GD. Я ему написал, помните? И вообще, почему никто не знает, что такое Geometry Dash? Это же как свою мать не знать. Ну как? Вопрос времени и пространства. Иллюминаты раскрыты! Так, ребят. Вот попробовать пройти Control Goal. Ненавижу прям этот уровень. Ненавижу. Оу, полегче, пожалуйста. Полегче. Естественно, когда я дойду до этого перевернутого, я падал в пиксель, ребят. Вот такой. Я кораблик,
Хотя, какой кораблик? Это дракон, блин. Всё, ребят, сейчас сдохну. Я здесь отучился маленько. Гол. Ребят, не играйте в этот уровень. Этот уровень вызывает нервы. Где-то двое. Ненавижу этот гол. Рофан Редфинг, Электромен, Электродинамик, давайте. Я люблю этот уровень. Нет, я... Что я говорю? Я люблю этот локт. И Блодбат, конечно. Катабат люблю, вот. Если что, это Блодбат полная версия. Я люблю, кстати. Тогда, когда его проходит. Опа, опа, опа. Красавчик, я. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, ребят. Лети. И здесь я Я проигрываю. Я спецмастер. Да, ребят, там еще меняется цвет фона, когда выбираешь свой любимый цвет. Например, красный, как я сейчас играю. Или черный, как я люблю менять. Но у меня вопрос постоянно возникает. Как разблокировать все скины без взлом версии? Это нормально? Да, ребят, тут еще есть скины, где он всегда Sub-Zero, если кто не знает. И делаем 3D спиртодол какой-то. Как? Не помню. А, давай, прыгай. О, я хотел Fatal Jump сделать. Ребят, смотрите, как я делаю Fatal Jump. Хопа, хопа. Вот это Fatal Jump. Изи. Изи. Совсем изи. Самый изичный уровень. Шучу, это изи. Да блин, а! Ненавижу. Кстати, ребят, если честно, я сам выбрал этот скин. Не знаю, из какого-то уровня, но я хочу его заработать каким-то образом. Хопа. Опа. О, красавец. О, как мощно. Ладно, все, полетели. Я нажимал! Что такого-то? Кстати, ребят, если вы хотите, чтобы я сделал реакцию на внезрытовой броне, то простите, нет, там концовка очень ужасная. Ненавижу там концовку. Нет, ладно. Ненавижу концовку. Кстати, ребят, а знаете, какая мне часть бесит уровня под названием Theory of the Red Hand 2? Кораблик на 80%, это вообще безумие. Да блин, я же отпускаю! Fatal Jump! Я сейчас Fatal Jump сделал. Опять. Валим, валим, валим на гелике. Господи, что творится в Beyond 3D? Блин! Господи, ненавижу Electrodynamics. Давайте тогда... Короче, ребят, время реакции на с этими почмаками в зубах. Я как раз приготовился. Может, вот это сначала посмотрим? Я что-то это не видел. О, оба на локи-блок.
Люблю лаки-блоки. Ну и... О, здорово. Так. Слушайте, а может субтитры поставить? Субтитры. Английский. Прекрасно. Ладно, тогда буду озвучивать. Давай, старт. Я не знаю, что это. Давай ты. Ай. О, куда? Валим. То есть берем. Господи. Ну, надо посмотреть, как он крафтится. Походу, вот так. Эндер перл. Нет. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Оба-на! Ну-ка, золотые слитки. И раздатчик. Оба-на! Лаки-блок. Так. Ребят, я узнал, как они крафтятся. Круто. Так. Ну все, у нас лаки-блоки есть. Что теперь? Не знаю. Ставим. Ломаем. Кошки! О, люблю кошек. Да. Ну-ка, а что у меня? Ай, не валим, ребят! Ой, заставляем быстрее. Да, уж бомбануло так бомбануло. О, кого с желаниями? Ну-ка, кину. Что теперь? Картошка! О, картошка! Забираем. Спасы, спасы. А, у вас и зомби! Ай, ай. У него броня изначально на шипы. О чем мне выглядеть? Эй, желтый лаки-блок, желтый. Ну-ка, а чё? А чё внутри, кстати? Я хочу посмотреть. Давай. Что это такое? Что это такое? Это что, внутри лаки-блока что-то? Ой! Боже мой, что это за мир? Походу, я тут ошибка. Ошибка мира 665. Ай! Летающий лаки-блок. А, собака в лаки-блок. Значит, здесь... О, собачка! Касим. Значит, тут духи лаки-блоков, и они забираются и доставляют в наш мир. А вот и... Что, блин? Это что такое? Сфера какая-то. Ну-ка, что это такое? А, крипер! Трезубец, крипер. Что это такое? Нет. Что это такое? Что это сфера? Золотое яблочко. Спасибо. Еще одно золотое яблоко. Я богат. О, кошечка. Круто. Опа. Опа. Вау, крутая сфера. Люблю ее. Золотая лошадь. Валим! Пацаны, у меня сфера! Так что на колени? Летающая лошадь, взял золото! Много золота! Вот тебе крылья! Спасибо за крылья! Улетаем! О! Можно садить на зрит! О! Крюки! Круто! Я вот. Это что? Шляпа! Шляпа с верстаком! А! Круто! Шляпа с верстаком! Золотые ступеньки! Мы сможем тут музей сделать! А? Ай! А? Что? Ай! Господи, где я? Эй, выпустите! Выпустите! Где я нахожусь? Что это? Это что такое? Я что, за пределом комфорта? Эй, пацаны, я бежу! Супротив Китс волшебный драже усилен витаминами для повышения выносливости. Что за... А где... А!
Ой, боже мой, вот беда, что я наделала. Выпустите. Выпустите кто-нибудь. Под кроватью ничего нет. Что делать, что делать? Стоп, я же разбираюсь в механизме. А, что с тобой, братуха? Ай! Пацаны, хелп! Куда тебе народ? Ломаю! Давай! О, спасибо, зеленый. Значит, мне нужно локи-блоковый мир. Ай! Так, нет. Так, я дух. Я могу делать все что угодно. Он взял железный путь. Прекрасно. А не меня. Кто его? Возьмите меня. Вообще, что тут эндермены делают? А, это когда телепорт. Ой, лазер стража. На, блин, на, умри, умри, тварь. А, типа, куда же его угодить? Ай, блин. Железный меч, прекрасно. Мой железный меч взорвали. Точно. Месте. Так, вот. Локи-блок, возьми меня. Нужно как-то в него поместиться, кажется. Так, возьми предмет. Что? Ой. Что я сейчас сделал? Это что? Я что, могу им контролировать? Ай! А? Это что за вещь? Значит, с одного удара! Ребят, я нас спасу! Молодец! Это что за меч? Ай, отпусти меня. Убили бога. О, нет, только не это. А что? Что это за... выпустите. А, где я вообще... А, что за хрень? А, что? А! Желтый! Пацан, иди сюда! Так, ну я в локи-блоки. Смотри головой. Смотри. Ай, господи, локи-блок летает. Щит. Я могу отправить это друзьям. Кому нужен щит? Это ай. О, зомбарит. Круто. Эй, иди сюда. Я тебя убью. Пацаны, надо справиться с ним. Но каким образом, я не знаю, это какой-то креатив. О, фаербол. Ха-ха, я босс, пацаны. Что? Не повезло мне. До свидания. Я улетаю. Нет. ПЖ, только не это. Все заражены. Ах, где я? Ой, ай! Пацаны? Да, здорово! О, что? Оба-на! Мы можем брать любые вещи для нашего друга. А, что мне делать? Что мне делать? Странно, но... Странно, но круто. Так, вот так. Куча эффектов. Ну давайте, пацаны. Мы попробуем убить тебя. Нет, я бог киберсмерти. Я в дезеритовой броне. Как будто в дезеритовой броне себя чувствую. Так. Вот вам! Умрите! Эпическая война! Ай! На мечи! Ай! Нет!
Нет, нет! Бежим за ним. Убиваем. Ого. Сфера. Пацаны. А. И все, я снова вою. А, наконец-то мы в нашем теле. А, блоки-блоки — это зло. Зато морковку жрут. О, свинка! Ой, боже мой. А ты как? Нет, валим, валим, пацаны, валим! Thanks for watching, guys. So, there is... Да, ребят, спасибо, что считаете, что я очень отлично озвучиваю. Я просто мастер, ну, спасибо. Спасибо, пацаны, спасибо. Вэвис Гейм 3D-ш. Что? Простите, что это за хрень? Да, блин, ненавижу рекламу. Так, ребят, ну, он делает какой-то уровень. Кстати, я на него подписан. Вот! Ребят, вы понимаете, как это сделать вообще? Кстати, я такой уровень когда-то делал, а потом удалил. То есть этот уровень никто не мог пройти. Даже Nexus GD его не мог пройти, я намного его сложнее сделал. Я даже 1% нормально не мог пройти. Это вообще эпик, блин. Это вообще возможно, ребят? Здесь многие ютуберы. Да, ребят, вот с зеленым глазиком этот ютубер. Окей. Ой. Совсем. Стоять. Ребят, вы это сейчас видели? Вот как такое можно повторить? О, не. Сладкий день, желейный. Надо посмотреть. Держи себя в руках. Их нужно раскладывать по цветам, а не в рот. Вон еще и задница свисает. Не свисает, а не помещается. Ой, мне плохо. Валера объелся. Так, отметить все семерочки в календаре. Вот тут и вот тут еще тоже. Какой-то неправильный у него календарь. Валера, что это? Я на тебя обиделся. Как ты мог забыть про мой день рождения? Да помню я про него. Он 7 февраля. Нет, он 7 числа каждого месяца. Ты обалдел! Каждый месяц день рождения. Ну да, а что тут такого? Валера, день рождения один раз в году. Это у тебя один раз, а у меня раз в месяц. И вообще, в этот день дарятся подарки и едятся конфеты. Господи, ребят, а он чудно выглядит. Это что получается? Кстати, мне нужно поменять настройки. Так, авто 720. Все настроил. 12 раз в году день рождения. Валера, немного ли, а? Вот ты какой. А я считал, что ты добрый и хороший, а ты... Эй, желейный манипулятор. Что? Чего ты хочешь от меня? Чего-нибудь интересненькое. Ладно, будет тебе интересненькое. Сейчас я приберу все лишнее. Есть у меня одна мысль. Мне нужна будет вот такая вот емкость, желатин и клубника. Стоп! Ты что, хочешь испортить мой день рождения? Валера, в прошлый раз ты ел не мытую клубнику, а эту я помыл, и все будет в порядке. Уберу ее пока в сторону. Вот, возьму емкость и высыплю в нее желатин. Готово? Сейчас добавлю немножко воды и помешаем. Пускай пока желатин набухает. Ага, пускай.
А сегодня какой день недели, а? Пятница. Ой, надо бежать. Куда? Как куда? Там в магазине распродажа. Надо бежать. Так, теперь можно купить все, что я хотел, со скидкой аж в 40%. Надо выбрать футболочку. Так, пролист. Кто подписался, огромное спасибо. Теперь положу внутрь клубнику и залью желатином. Это какая-то халтура. Ты меня совсем не кормишь. Вот, посмотри, какой я худой. Во. Валера, хватит прибедняться. Ага, сейчас я тебе докажу. Эй, аккуратней. Ребят, поналивал тут. Теперь все нужно вытирать за тобой. Так, Валера, иди вытирай. Вот так вот. А чё я? У меня сегодня день Валерки. Ага, тут у тебя Валерки. День Валерки каждый день. Давай-ка я тебя взвешу. Ой, бегу-бегу. Вот. Ну, сколько там? 552 грамма. Ну вот, я тут с тобой отощал. А помнишь, какой я был? Маленький, пухленький. А сейчас мне срочно нужен он. Кто? Торт. В стороночку. Это уберем в холодильник застывать. Стоп, а разве... И мы будем внимательно за ним следить, чтобы никто ничего не съел. Угу, понятно. А разве я он вот не... Я вот тут убил тебе коржи медовые. Убил? А разве должен... его не сделали? Он же как не был маленький. Есть такая серия, но его очень сложно найти. Да уж. Был всю ночь выдекать я меня, как а утром Валерке сделать торт. Где Паша делает Валерку. Обязательно так сделаю в следующий раз. Слушай, а что мы будем сегодня взбивать? Интересно, а есть канал «Познаватель»? Ой, фу, канал. А есть стрим? Ладно, давай стрим, будем взбивать сметану. «Познаватель»? Теперь в нее нужно добавить 200 грамм сахара. Так, шесть надо отмерить 200 грамм. Померан. Теперь еще. Еще. Вот это да, все порассыпалось. Не переживай, Валерка все подметет. Теперь я возьму миксер и залью нашу сметану с сахаром. Ого. Слушай, че, он молодец, молодец. Да, ой, вот нельзя тебя оставлять ни на минутку. Угу, кто б говорил. Я смотрю, что тебя тоже нельзя. Сливки где? Они еще взбиваются. Как там поживает наша клубника? Ой, она еще липкая. Пускай застывает дальше. Валера! Чего? У меня для тебя есть интересное задание. Нужно отсортировать по цветам конфеты. О, это я могу. Так, Валерка, держи себя в руках. Их нужно раскладывать по цветам, а не в рот. Ага. Кого я обманываю? Валера, я все слышу. Очень жаль. Так, стоп, коричневый МДФ. Возьму тосточку и положу в коржи. Нужно раскладывать по цветам, а не в рот. Коричневый МДФ. Валера, я все слышу. Впервые такие вижу. Так, давайте я пока сделаю наш торт. Возьму косточку и положу коржи. Сейчас нужно эти коржи все смазать. Нет, я такие вообще не видел. Слушай, а в каком месяце больше всего дают конфет? Стоп, пусиди. В декабре. Фиолетовые. В декабре, хорошо. Точно в декабре? Ну да, в декабре самый большой праздник, Новый год. Отлично. И теперь намажу последний слой. Как я помню, там мандарин, клубника, лайм. Так, чем тебе помочь? О, какой-то календарь. И... Конфетябрь. Это чего такое? И... Я решил сделать тебе медный календарь. И месяцы там должны быть соответствующие. Декабрь это, по-твоему, конфетябрь. А другие месяцы? Смородина, вот. А другие месяцы почему-то не придумываются. Ребята, может быть, вы поможете, а? Я не знаю. Нет, ладно, смородина, сейчас нужно смазать всего, наш торт с торца. Простите, что так долго. Просто я же стрел, все, здесь все должно Ой, быть долго. Ой, чё это он какой-то скучный. И, кстати, я справился с твоим заданием. Все цвета по кучкам. А это что? А это катапульта. Жми. Чё это? Валерка закрывает глаза, открывает рот, ты жмешь на катапульту, и конфетка уже у Валерки внутри. Классно, правда? Очень, Валера. Надо теперь украсить наш торт. Трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин. Слушай, чё это ты тут растринкался? Бока почему не украсил, а? Валера, сейчас украсим вот такими вот зефирками. Украшай. Да, ребят, торт очень красивый. Тут конфетки. Он просто кондитер какой-то. Валера, ну нельзя же столько есть сладкого. Это людям нельзя, медведям можно. Валера, ты же лопнешь. Это мы еще посмотрим. Ой, надо немножко отдохнуть. Вот, давай развлекай меня. Слушаюсь и повинуюсь. Давайте посмотрим, чего там у нас получилось с нашей желейной клубникой. Чё-то она какая-то мутная получилась. И не сладкая. Валера, ты уже опух от сладости. Чё это? То это. Давай я тебя взвешу и посмотрим.
такой. Ну, что я говорил, Валера? Ты уже весишь 744 грамма. Вон еще и задница свисает. Не свисает, а не помещается. Тем более, тебе уже нужно спортом заниматься. Это потом. О, а где моя свечка с медведем? Вот тебе свечка, но без медведя. А почему это? А потому это. Так, эту зефирку пока уберем в сторонку и вставим свечку. О, я оттащу зефирку подальше. Валера, хватит есть, ты лопнешь. Не лопну. Да, действительно, нужно будет помочь нашему медведю придумать месяца. О, а это я не ем. Невкусная какая. О, это вкусная. Валера, ты что, сам съел полторта? Нет, нет, не Валера, сам. А с кем? С тобой. Ладно, меньше слов. У меня тут еще полтортика. О, какой красивенький. А вкусненький какой. Обзоры. Мне плохо. О, его закукарачило, ребят. Ой, как тяжело. Валера, его закукарачило. Смотри, не упади, а то лопнешь. Ой, как мне плохо-то. Ай, я лопнул. Спасай меня. Ну, а я же тебе говорил, а? Ну что, ребята, давайте насобираем 100 тысяч лайков Валерке на лечение. Валерка. Ой, господи, ребята. Лайкос поставлю. Ой. Ну, ребят. Ой. Осталось то, чего мы ждали все это время. Все, что мы ждали. Мы все очень разные. И у каждого из нас свои мечты. Да, ребят. Чем бы вы ни мечтали, если что, я узнал сегодня про тетрапаки в зубах. Так что давайте послушаем. Только потише давайте. Ага. Что это такое? Какой-то треугольник. Ничего себе, какая анимация! Это еще что такое? Вау. Неркин! К нему есть даже пасхалка. Ничего себе. Я не знаю, что за еда. А, так это я чпочмак. Ого, какая анимация. Ого, какая анимация, ребят. Вау. Даже край. Нижний мир. Обычный мир. Портал. Да уж, ребят. Так, ребят, по-моему, там будет крутая анимация. Ого! Вау, ребят, какая анимация. Вау. А тут уже повторение. Ну, ребят, это очень круто было. Так, ребят, вы ничего не видели. В нижнем
Лево в углу. Вы ничего не видели. Это не зеритовый продел. Нет. Короче, ребятки, всем понравился этот стрим. И все мои друзья. Хотя это не все. Но я постараюсь как бы это сделать. Ну, если вам понравился этот стрим, скажите, напишите, поставьте лайк. Или подпишитесь и поставьте колокольчик. С вами был... Блин, я видишь, что забываю, как называется по каналу. Короче, просто Nexus Mine. Просто вот так скажу. Yes. И всем пока-пока! Ждите новых серий.